В этом видео ты узнаешь о том, как устроены курсы на портале Stanford. Переходим в соответствующую вкладку, чтобы увидеть список доступных курсов, которых сейчас на портале Stanford размещено около 60 штук. На каждой странице располагается 5 курсов. Поэтому, чтобы увидеть еще, необходимо переключаться между страницами. Это можно сделать как над списком, так и под списком курсов. Рассмотрим состав курса. Выбираем любой понравившийся, например, нанопокрытие, металлические слоистые наноструктуры. На странице курса мы сразу видим автора курса и подробное описание. В описании содержится аннотация к курсу, актуализация проблемы и преимуществ, рассматриваемые в курсе технологии. Обрати внимание на целевую аудиторию курса, чтобы понять, подходит ли тебе данный курс. Переходим в курс, нажав на кнопку «Пройти курс». Перед нами интерактивный слайдовый курс. В левой части располагается панель управления, а в левом нижнем углу стрелки для переключения между слайдами. Внутри каждого курса есть сюжет, завязанный на технологию или явление, обсуждаемое в курсе. Поэтому тебе будет интересно изучать материал. На каждом слайде тебя будут ждать вопросы и материал для изучения. Система не даст тебе возможность переключиться на следующий слайд, пока ты не ответишь на все вопросы или не изучишь всю необходимую информацию на слайде. Также есть возможность вернуться к уже пройденному материалу, нажав на левую стрелочку переключения между слайдами. По окончанию курса у тебя будет возможность пройти итоговый тест, по результатам которого ты сможешь узнать, насколько хорошо у тебя получилось усвоить материал. Обратим внимание на левую панель. Во вкладке «Меню» можно увидеть все разделы курса и быстро попасть в любой из них. Это подходит для тех случаев, когда курс изучается не за один раз, а, например, за несколько дней. Вкладка «Термины» содержит в себе основные понятия, содержащиеся в курсе. В терминах легко ориентироваться благодаря алфавитному указателю. Во вкладке «Ссылки» располагаются дополнительные материалы, которые ты можешь изучить факультативно, если ты захочешь узнать еще больше. Если вдруг у тебя появятся вопросы по навигации курса, то всегда можно нажать на кнопку «Помощь» в той же левой панели. После завершения курса и при успешном прохождении итогового тестирования ты получишь именной сертификат об успешном прохождении курса. Ты можешь распечатать свои сертификаты и вешать их в своей комнате. В следующем видео мы расскажем тебе о том, что такое проект, и о том, как Stanford может помочь тебе в его реализации.